Мы тонем, ты видишь, мы тонем. Мы дружно идем ко дну. Спаси нас, мой старец Антоний. Я вместе с другими тону. Я вместе со всеми закован в единой кандальной тюрьме, в которой не знают такого, что Богу довериться мне, ему ли, любому из живших, и все еще чудом живых, в подвалах, квартирах, на крышах, на папертях и мостовых. Дай руку, мой старец, дай руку, в пещерах проведшим года, и деду Растриге, и внуку, не слышавшему никогда о Боге, о мире, о свете. Спаси нас, мой старец, спаси. Смотри, как заблудшие дети скитаются по Руси, не в силах опомниться даже, забывшие души в глуши эпохи большой распродажи их вечной вселенской души.